Ну вот, чуваки, игра называется Dragon Knight 3D. Что это, не знаю. Первый раз запускаю, так что... Не обижайтесь, если игра фиговая. Я просто скачал, как говорил, все подряд. Facebook хотят от меня. Не дождетесь. Че, без Facebook никак? Да ладно, че, реально не поиграть без Facebook? Мне сейчас надо тогда клавиатуру подключить, чуваки, подождите. У меня просто клавиатура по Bluetooth, и мне надо ее активировать сейчас, чтобы... А, это же все нормально, у меня же здесь можно сейчас. Facebook хотят от меня. Громкая игра, кстати. Я сейчас потише сделаю. Так, все, зашел. Делай чуть потише. Слишком уж громкая она. Так, ну что, вот. Вот игра, давайте смотреть, что это такое. Ну, нарисована прикольная игра, сразу скажу. Не так уж плохо. Так, что-то мне напоминает игры от Nintendo эта игра. Так, а как имя можно придумать? Что, я не могу? Я хочу свое имя написать. О, можно, можно. Короче, это будет у нас Андромалик. Мини-Андромалик давайте. Мини-Андромалик. Нельзя, не хватает, блин, букв. Андромалик. Андромалик Про. Не, нельзя. Ну ладно, просто Андромалик, как всегда. Ничего нового. Так, окей. Что дальше у нас? Кстати, оценочки предыдущей игре оставьте, пожалуйста, из 10 баллов. Я забыл спросить у вас, как вам Modern Combat 5? От 1 до 10, пожалуйста. Так, давайте выберем дракончика, нам говорят. Ой, какой дракончик миленький. Да, нажимаем Unlock. Как его зовут-то, этого дракона? Одна звезда. Black Blade называется. Черный клинок, если переводить дословно. В общем, наш черный клинок. Дракон, и сейчас пойдем, наверное, драться с кем-то. Что-то нам еще хотят от меня, я не знаю, что это. Открыть сундук или что это? Окей, что дальше? Все, назад, да? Дальше надо... Вот наши уровни, и мы будем их проходить. Но выглядит игра японской какой-то уж сильно. Прям как будто с Японии попала в магазин. Ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле, японские, они качественные игры. Поэтому я, как бы, думаю, что игра, может быть, мне понравится. Потому что мне нравится анимация, как все нарисовано. Просто я не знаю, что делать в игре. Так, окей, это мой дракон. Что делать? Что-то музыка очень громкая. Давайте еще тише сделаю. А, вот что это за игра. Прикольно. Так, давайте паузу, я сделаю тише. Или нормально было? Ребята, было нормально или тише делать? Я просто не знаю, может, у меня только громко. Напишите, я сейчас подожду. Была норма громкость или тише делать? Я уже чай запил, наконец-то. Тише, да? Ну все, сделал. Сделал потише, поехали. Мы летим дракончиком нашим. Убиваем всех. В общем, я такие игры на самом деле любил в детстве. Давно-давно я играл в такие. Мне они нравились. О, новое оружие у нас. Ну это как бы тренировка, но... Мне нравится так играть. О, новое оружие у нас. И мы собираемся тут. Ну, чисто японская игра. Но мне кажется, здесь не только это будет. Что-то еще. Выращивать драконов. Там еще что-то. Ну, напоминает реально японскую какую-то игру. Так, это босс, я так понимаю. Нам, кстати, ничего не объяснили, что как делать. А что такое V? Это супер удар, да? Piece of cake. Ты неплох. И дракон такой... Типа прорычал дракон.
Все, победа. Сундук, что тут был за сундук, не знаю. 10850 очков. Дальше нам говорят тапнуть сюда. Confirm. Вернуться на карту. Второй уровень. Так, нет, нам не говорят идти на второй. Нам говорят, что нам надо еще дракона, наверное, какого-то. Или проапгрейдить его. Level up, да? Что нам даст level up? Больше опыта какой-то. Я не знаю, что нам дает. Ну ладно. Мы просто повторяем все, что нам говорят сделать. Так, это наш скилл, который я использовал под конец. Буквой W, он активируется. Я не знаю, это там типа уничтожить все на экране, что-то типа того. Так, ну идем дальше. Но игра необычная, я думаю, что вы не играли. Плюс в чат, кто играл в эту игру. Минус, кто не играл никогда. Вот в эту. Так что пишите, я жду. Я посмотрю, сколько же из вас играло. Так, что он говорит? А, нажать на него. Ему нравится, типа, когда мы его трогаем. Окей. Чё он говорит? Типа, а, уже готовы к следующей битве. Ну что, кто играл вообще в эту игру? По-моему, она редкая довольно-таки. Не знаю, как я ее нашел, но она была тоже в топе. Минус, короче. У всех все минусы поставили. Неужели вам никому не нравится такая игра? Выглядит она прикольно, так анимешно. Вот, этот чувак напоминает мне с Nintendo, с игры какого-то персонажа. Они, походу, оттуда срисовали что-то, мне кажется. Я использую способность свою. Раз в минуту можно ее использовать. Может быть, не стоило на боссе использовать. Ну, пофиг. Я думаю, через минуту мы босс увидим, и она восстановится, способность. А где мое здоровье? А, вон я вижу, 1700. Но в этой игре я только единственный минус для разработчиков, что если кто-то хорошо играет, то здесь может и донат не нужен. Ну как я могу умереть, если по мне никто попасть не может, если я правильно все делаю? Босс, ой-ой-ой, босс что-то очень быстро. Вот он босс, что он делает? Так. По мне вообще кто-то когда-нибудь попадает? Давайте просто специально дотронемся. Да, теряю я здоровье. Просто я так играл, что ни разу по мне никто не попадал, просто идеально проходил. Сейчас добьем его. О, способность активирована. Давай. Все, и нету его. Победа. Ну вот плюсики в чатике есть. Кто-то играл, кстати. Но вы реально играли или вы просто от балды ставите плюсики? Ну тогда расскажите мне что-нибудь про эту игру. Что тут делать? Что мне ожидать? Есть ли тут что-то еще, кроме вот этих вот перелетов с драконом, стрельбы и апгрейдов дракона? Что-нибудь еще я здесь увижу? Потому что здесь, смотрите, сколько всего интересного. Прямо вот здесь. Магазин какая-то, Одиссей написано, приключения какие-то. А вот здесь вот дракончики разные, я не знаю, много кнопок просто я вижу. Так, а здесь мы можем их, наверное, с одного дракона в другого превращать. Типа комбинировать драконов. Скрещивать их. Это что, не, это Pokemon Go что ли какой-то, смотрите. Это реально Pokemon Go. Так. Так, а что вообще с Pokemon Go случилось? Раньше была такая популярная игра прям в прошлом году. Сейчас что, все? Все забыли про эту игру уже? Никто не ловит покемонов? Но она еще по прибыли ничего так держится в топе, там, в топ-10 по прибыли самых прибыльных игр. То есть много-много миллионов долларов приносит еще. Она, по-моему, больше миллиона долларов в день приносит разработчикам. Ну и честно, я как-то ничего не понял в игре. Ее так установил, что-то посмотрел и забил. Мне она не понравилась, то, что она ужасно тормозила у меня. Я не знаю, почему на телефоне она просто нереально тормозила. Может быть, сейчас ее допилили, она нормально идет, но она нереально тормозила. Прям невозможно было играть. И что дальше? Наверное, все, назад. Можно играть, да? Поехали. Надо победить. Одну звезду за победу дают, смотрите. Убить 80% всех врагов, вторую звезду. И третью звезду мы получим, если наше здоровье не опустится ниже 30%. То есть, может, 3 звезды сейчас получить, если все сделаем нормально. Да, чуваки, всем привет в чатике. Всем привет. В Clash Royale я играл уже. Clash Royale вчера был. И будет запись, так что не бойся. Будет Clash Royale у нас... В записи. Сегодня у нас другие игры, чуваки. Clash Royale, вы вчера должны были на стриме быть. Был Clash Royale. Сегодня другие игры абсолютно. Сегодня только Windows 10. Я аж не подсоединял планшет, ничего. Я даже поиграть не могу. У меня только винда подсоединена. Я даже не так просто взял и поиграл. Надо же подсоединить, настроить все, чтобы стрим шел.
Это не все так быстро делается, ребят, как вы думаете. Нажал кнопку и пошел стрим. Надо настроить, проверить звук, настроить графику, там все как бы, чтобы красиво выглядело. X-сплит настроить, все дела. Подсоединить все провода, потому что там не так просто. Много проводов всяких. И зарядку надо, чтобы была, чтобы не разрядился планшет во время записи, дела. Так, ну что, 3 звезды, как обычно. Я профессионал просто, на 3-й уровень, потому что здесь как бы вначале невозможно проиграть, я это знаю. Но игра добрая, выглядит игра добрая, честно говоря. Музыка такая, послушайте, сейчас не буду говорить. Чисто, чисто японская музыка. Жалко, что никто не поет, как они любят. Реально очень напоминает что-то японское, но это просто... Это не японская игра, они просто украли. Вот этот чувак, который вот... Он реально существует, его просто перерисовали. С какой-то игры, вот с какой фиг знает. Я особо не разбираюсь там в Nintendo играх, потому что я немного в них играл, но я видел этого чувака где-то. И вот даже вот эта девушка, девочка, я не знаю, она тоже напоминает кого-то. Все, короче, срисовано откуда-то. Но вот эти драконы, которые летают, и монстры, они выглядят, конечно, паршиво, честно говоря. Ну, то есть... Не, на телефоне хорошо будет выглядеть, но на Windows... На Windows как-то не очень. Не топ, короче. Я тут собираю все еще. А, у меня же еще был супер выстрел, что-то я забыл, просто игру не использовал. Вот, босс мы сейчас используем. Где босс? Иди ко мне, иди ко мне, сладенький. Ну, где босс? Что ты там говоришь? Чисто как в японских играх всегда какие-то там... Все время текст идет. То есть никто ничего не озвучивает, но текст идет. Это всегда так у них. А, вот я вижу теперь его здоровье. О, луч пошел такой от босса. Так, у него 2000 здоровья осталось. Так, я щит какой-то использую. Так, 1500 у него. Он исчез. Это еще не все? Ой-ой-ой, он на меня... Я только сейчас его заметил. Ты, чувак, аккуратнее. Фиг знает, как он там падает, куда. Ну и все. Победа. Что громче? Игру громче? Чувак, ты че? Все сказали, что игра и так громкая. Я добавил. Победа. Победа, победа. Макс, здорово. Привет, привет. На всех видео по майну дизлайков больше, чем лайков? Ты про что? Нет. Просто какие-то дизлайки были. Больше, чем обычно, короче. Нет, конечно же нет. Там лайков больше. Процентов 20, наверное, от лайков, дизлайки, я думаю. Я не считал. Я сейчас не смотрел, может, там кто-то зашел и поставил дизлайки, я не знаю. Я не проверял. Это уже давно вышел этот Майнкрафт, чуваки. Я уже забыл про него даже. Я, может, только если с модами когда-нибудь соберусь, поиграю. Целый стрим устрою. А так пока планов нету. Или в голосование кину, если победит. Будет в субботу в какую-нибудь играю, посмотрим. Если мне захочется поиграть. Звук норм, да? Ну, я уже добавил немножко, раз кто-то там просил. Кому-то тихо, короче. F316, видите, он пишет, что ему тихо, ему нужно громче. Так, а что тут можно еще? Ой, какой прикольный дракончик. А сколько их всего здесь? Ой, вот этот прикольный вообще, няшный такой. Ой, это прям с World of Warcraft, узнаете? Кто играл в WoW, понимает меня. Ну, а на самом деле они все с World of Warcraft. Вот это что-то с японского. Таких я не видел просто. Так, ну что, левелап мы сможем сделать или нет? Что надо сделать? А, покормить надо. Хот-дог он ест, нифига себе. Бургер ему дать. Откуда у нас бургеры? А, у нас просто осталось. Все, 5-й уровень. Больше нельзя, короче, я так понимаю. Стар-ап. Что такое стар-ап? А, это надо донатить, что-то сделать, типа усилить его. У нас вторая способность появилась, Инферно называется. И эти способности можно, смотрите, как апгрейдить постоянно. Они, наверное, не очень нужны, поэтому как бы...
не очень нужны, поэтому и без них можно пройти. А что это у нее там, какой-то квест? Мне не дают даже вот поговорить с девочкой какой-то, она что-то хочет от меня. Так, и что от меня хотят, я не могу понять. А-а-а. Поиграть надо с ним, окей. Во, сундук теперь я получаю, понятно. Надо уделять внимание драконам. Все, теперь можно идти дальше. А что это такое? Снова что-то непонятное? Первый уровень какой-то, другое место, что ли? Победа 80%, короче, понятно. Ну, поехали, поехали. Можно, кстати, второго дракона, смотрите, ставить, чтобы был. Если один погибает, второй помогает, наверное. Clash Royale был вчера, чуваки. Вы расписание вообще читаете? Вчера был Clash Royale. В группе ВКонтакте расписание, какие игры будут. Clash Royale был вчера. Не стоит опаздывать на стримы, ребят. Так. Пиу. Новые враги появились, я смотрю. Ну, как бы, я не скажу, что прям игра мне не нравится, но и не супер она... В смысле, не... Как бы... Средненькая игра такая. Что-то есть интересное, что-то неинтересное. Я могу поставить шестерочку этой игре. Максимум семерку. Давайте ваши оценки и пойдем в следующую игру играть. Еще буквально 5 минут этой игре я уделю внимание. Посмотрю, может что-то интересное появится. Мне казалось, что тут еще какой-то вариант игры есть. Не только летать, а что-то еще делать. Потому что, блин... Что-то тут однообразно все, честно говоря. Ну, как бы мир прикольно выглядит. Особенно на телефоне, если играть, то там графон будет вообще классный. Потому что у меня аж большой экран, графон растягивается. На телефоне-то вообще классно все выглядит. Скорее всего. Ну, просто там пальцем надо тап-тапать, наверное, влево-вправо, чтобы вот так дракон летел. Здесь мышкой это все-таки удобнее делать, как мне кажется. Так, наши оценочки. 6, 6, 10, 10. А что вы десятки ставите? Вам реально нравится эта игра? Что-то я не знаю. Я не понимаю вас, ребята. Десятки ставить такой игре непонятной. Тройка. Во, это нормальная оценка. Тройка, 0, 4, 6. Ну, явно не 10. Какие десятки, чуваки? Вы чё? Если я не ошибаюсь, то этой игре где-то скрещивать драконов можно. Да-да-да, мы это видели, типа мутация там идет. Ну там надо донатить, типа, и там надо это проходить больше уровней, чтобы это там дальше открыть. У меня монет не особо много. Вернуться на карту. Возвращаемся мы на карту. Атака. Поехали. Атака. Давайте еще 5 минут, пару раз и пойдем дальше. Честно, 2 из 10 оценка. 4, 6, 3, 4, 9. Ну, вообще, кто из вас после того, как посмотрел стрим, кто вообще в эту игру играть будет? Напишите. Плюс, вы будете в эту игру играть? Минус, вы не будете в эту игру играть. Мне просто интересно. Сколько человек вот реально будет играть? То есть, вы скачаете на телефон и будете играть. Минус, вы не будете играть. Давайте, голосуем. Мне хочется посмотреть на вашу реакцию. Я сразу говорю минус, я не буду в эту игру играть. Ну я просто буду знать, что такая игра существует, как бы. А где вторая способность? Я же открыл инферно способность, у меня только В способность, дабовая. Как мне инферно активировать? Или она автоматически способность какая-то? Ой, смотрите, какой мишка. Тедди Бир. Прикольно. Вот здесь боссы, кстати, прикольно сделаны, я скажу. Есть какая-то фантазия у разработчиков, что-то они сделали прикольное. Я не знаю, прибыльная эта игра или нет, но, блин... Ну, есть моменты прикольные здесь, конечно. Поэтому я ставлю пятерку-шестерку, короче. Моя максимум шестерка оценка. Что за игра, я уже сам забыл название. Чуваки подскажут тебе, я надеюсь, в чатике. Ну, что-то есть прикольное. Я думаю, что многие не знали про эту игру, пока я не показал вам. Так что, если что, играйте. Короче, игра норм. Я как бы говорю, что игра нормальная. Я не знаю, правда, сколько тут... Видите, это нормал сложность, да?
Мы можем вернуться, здесь еще какой-то остров. Но этот остров мы уже прошли, видите, тут только 4 уровня, оказывается, было. Вот это уровень нашего героя, нашего персонажа главного. Я не знаю, на что он влияет. У нас еще дракон есть. Дракона можно апгрейдить. Дракона можно что-то покупать. Здесь какие-то бонусы, смотрите. Я что-то вообще... Что-то не понимаю вообще всего здесь. Режим дуэли есть. Это, наверное, с 25 уровня написано доступно. Это с другими игроками играть. Infinity Mode с 18 уровня открыт. Какой-то тренировочный режим есть. Ну и компания. Пэт это когда мы вот, например, вы видите, вот здесь можно скрестить их. Только у меня нету второго. Мне надо прикупить что-то как-то. Я особо не понимаю, как это работает. Дальше есть что-то Одиссей, на 30 уровне режим открывается. И еще режим приключений с 14 уровня. Есть еще артефакт какой. То есть тут полно всего с 20 уровня. И мне кажется, это реально японская игра какая-то с Японией. У них всегда как-то так необычно все. В общем, игра прикольная, честно говорю. Я думаю, тут много чего интересного можно найти. Вот смотрите, можно с ней поговорить, что она говорит. О, можно какую-то, типа, награду забрать. За что награду? Где она? А, это типа, это, лучше, скидки всякие, прочие ерунда. Я-то думал, она нам просто что-то подарит. Ну ладно, все, переходим к следующей игре, ребят.